Всем привет! Это новости о жизни участниц шестого сезона шоу «Пацанки» после шоу. Татьяна Каширина на прошлой неделе сходила в музей, пообщалась с психологом проекта, после чего задумалась о планах на будущее. Начала помогать приютам для животных, что заслуживает похвалы. Нелли, во-первых, подстриглась, во-вторых, представила своей аудитории свою девушку. За это Нелли захейтили. Одни считают, что это хайп, другие гадают, почему после проекта даже те, кто не были лесбиянками, становятся лесбиянками. Я, кстати, ничего не имею против однополой любви, когда человек сам пришел к этому, но тут сходила на пацанки, стала по девочкам. Это странно. Касается не только Нелли. Настя Наточек проводит свое время с Аней Костиной, участницей третьего сезона. Пригласила Жмяка на фан-встречу. Фан-встреча будет в Санкт-Петербурге. Там будет Настя, Даша, близняшки, Крис, Аня Тихомирова. Анна Загвоздкина обещала продолжить меняться и двигаться к своей цели. Она записала песню и решила похудеть. Кристина Зорина призналась, что уже 3 года встречается с девушкой. Лаурита, хоть и говорила, что рассталась со своей подругой Катей, все время с ней вместе. На этом все новости за последние дни. Любите пацанок, подписывайтесь на канал. До скорого!